Похоже, Азерам решили принять бой. Готов. Нет снарядов для этой штуки. Подойди сюда. Поговорим. Уберу в хранилище на всякий случай. Не знаю, что ты тут забыла, Нора, но пришла ты вовремя. Мы пытались сдержать их и дождаться авангарда, но один сикач напал на нас. А дальше начал с собой на полную катушку. У вас все живы? Мы потеряли людей. Но если бы не ты, потеряли бы каменоломню. Теперь все спокойно. Когда возобновится работа, спокойно тут не будет. Но сигналы из скрежета горы все нет и нет. Мы устали ждать. Без сигнала нельзя работать? Да мы с ребятами простые работяги. Раз Ульвун запрещает нам и молотом не взмахнуть. Если будем работать без разрешения, он нас выгонит. А мои парни и так настрадались. У Ульвунда столько власти? У него есть средства и достаточно связей, чтобы всех нас притушить. Считай, сикачи не главная наша проблема. Что вы с командой тут делаете? Разрабатываем жилу Ульвунда. Добываем камень для света пустоши. Но остановка работы и сикачи нам помешали. Никогда не видела этих клятых тварей в преграде. Откуда они вообще сюда приперлись? Не знаю, но я разберусь. Берегите себя. Я пойду. Спасибо тебе за то, что нам осталось кого беречь.
Кажется, я разобралась с большинством сикачей. Скрежет горы может вернуться к работе. Сообщу добрую весть Ульвунду и Вуадису. И, может, посольство наконец начнется. Она знает, что я здесь. Добро пожаловать. Он должен дать сигнал, а Владис отправится в свет пустоши. Такое несешь. У нас Эй! И так есть карта. Да, ты. Если считать несколько загогулин на клочке бумаги. Да. Ладно, излагай. А ты разве что, не по-твоему, уехал? Должно быть на карте? Не знаю. Отметки перепада высот. Холмы и овраги. А, ты еще здесь. Кажется, ты не очень-то уважаешь наместника. Что ж, я не собираюсь расшаркиваться перед каким-то нарядом, когда моих товарищей по работе ущемляют. Как благородно. Благородно? Не получил ничего. Все, что у меня есть. И где сейчас твой... Бремя. Карха сидят, пора было вступить. Я разобралась с сикачами. Что, правда? Если ты уже пришел в себя, подавай сигнал. Не так быстро. Сперва я должен послать кого-нибудь проверить, уточнить, безопасно ли в долине. Вряд ли это займет больше дня. Или двух. Нет, подашь сигнал сейчас. Мы говорим о жизнях невинных озерам. Я уверен, что отсрочка... Или ты подашь сигнал, или я. Я знал, что ты справишься. Друзья, собирайтесь. А? Спасительница Меридиана, спасай нас! Сикачей больше нет! Ты! Что? Подай сигнал! Скрежет горы снова работает! Однако... Да. И Ульвун согласился из своего кармана оплатить убытки всем! Да! Вот так-то лучше! Да! Ха-ха! Да! Да! А тебе не пора на посольство? Да, уже пора. А ты разве не уехала? Я тут взяла инструменты, которые... Конечно, заказывай. Я подожду здесь, пока ты... Скрежет горы снова работает. Теперь лавки должны быть открыты. Погляжу, нет ли чего полезного, а потом отошлю Владиса к свету пустоши. Ульвард, наверное, в восторге. Не боись, дамочка, ты меня нашел. Для тебя все самое лучшее, рыжая, раз уж ты помогла подать сигнал. Эй, как чинить мой молот, так подожди! Но ведь это не ты пошла и избавила нас от сикачей, правда? Не торопись, обещаю, ты не разочаруешься.
Заходи, если что. Может, починишь уже? Инструменты-то да. А с тобой что делать? А? Что ты говоришь? Ах, если бы ты была пивом. О, привет! Вообще-то, ты и дело. Главное, что открылось, и у меня куча лекарств. Думаю, нет. Если нужна помощь, я сегодня заканчиваю рано. Ага. Эй, кто-нибудь порадуйте меня! Эту пару осколков я потрачу на лучшее будущее для семьи. Осколок. Да еще можно. Так и будешь здесь найти. Ну, молод, ты клоун. Жили больше. Ничего интересного. Живо изучен. Вот почему мы уходим так далеко в неизвестность, как только можем. Это лучше, чем торчать там с кучкой старейшин, которые только болтают. А я думал, кузнечик и кинками выбил у тебя из жены. Чтоб вы знали! Я умею. Ты закончишь уже свою увлекательную... Кто-нибудь видел, куда я поставил кружку? Кто-нибудь? Знаешь, что нам нужно? Хорошенько разведать долину. Кто ты такой, Миша? Это она. Она в одиночку прикончила всех. Одежда? Броня? Так всегда можно купить новый. Другой счастливый молот не купит. Путь к свету пустоши свободен. Двигай. Ты не Рент из авангарда. Я пойду лишь тогда, когда капитан скажет... Я разобралась со всеми сикачами, и ты пойдешь. Приказ капитана. Они в порядке? Живы, но не здоровы. И ждут твоего появления. Но я же... Меня должны были сопровождать трое охранников.
Я в свет пустоши, Вуалис. Как сказала Элой приказ капитана. Можешь остаться. Быть брошенным среди черни? Ну уж нет. Значит, идем туда вместе. Увидимся, Элой. Теперь, когда все сделано, посольство наконец может начаться. И если все получится, я смогу отправиться на поиски Сайленса и Аида. А может и копии Геи. Можно идти в свет пустоши. Или побродить еще у преграды. И неплохо было бы выпить с Петрой. Знаешь, что нам нужно? Хорошенько разведать долину. Вот что видишь, ты такое несешь? У нас и так есть карта. Ладно, ладно. Если считать несколько загогулин на клочке бумаги, да. Ладно. Что, по-твоему, надо? Это могло бы найти еще не освоенное место, а? Может, ты и прав. Теперь Ульванду от нас не отмахнуться. Ставлю 50 осколков. Мы из-за него чуть не померли. Ха, ты погляди на нас. Кажется, все выжили. Молот и клещи, живехонька и охотница. Рассказали, как ты разнесла проблему. Локу втрясся, как ветка на ветру. Эй! Но главное, что никто не погиб. Как Ульванд не старался. Вы с ним уже говорили? Мы в очереди на прием. У него не хватает духу пообщаться со всеми разом. Нужно держаться вместе. Он может послать за нами своих громил. Вам и так крепко досталось. Я разберусь с Ульвандом. Вам незачем рисковать. Конечно, старый ты молод. Берегите себя. Вы уже собрались? Нет, там надо еще кое-что докупить. И что же? Без понятия. Сходить спросить? Давай. Лезть туда без подготовки, все равно, что напрашиваться на стрелу в гиль. Эй! Позже обсудим твою... Скрытность, мощь и защита. Что выберешь? Придумали Тына, но играть-то могут все. Все-таки пришла выпить пивка? Давай, садись. Налейте-ка ей тоже кружку. Не ожидала, что ты заглянешь. Разве я делаю, что от меня ждут? Ха, отличный ответ. Гнев и пламя. Гнев и пламя. Как хорошо пошло-то. Кузню этим не починишь, но хотя бы на время о проблемах забудешь. Каких? Ну, все не так плохо с тех пор, как ты навела тут порядок. Но Ульвунд все еще продолжает проталкивать свой закон об уступках. Если ты его не уберешь, я подойду, и тогда ты доиграешься. В общем, сейчас меня волнуют те беженцы из закатной крепости.
Пройти такой путь, перенеся кузню, знает какие тяготы. Я видела их. К юго-западу отсюда никого не пускают в свой лагерь. Вот в том-то и проблема. На прошлой неделе в скалах разбился буревестник. И Толан-деляга положил глаз на его обломки. Но беженцы перекрыли проход, чтобы никто не прервал их дурацкий ритуал. Что-то про поиск сумеречного пути. Я от них такого не слыхала. Ну да, конкретно эти кархатьмы странный народец. Но в целом они мирные люди. Хотя Толанду на это плевать. Он готов за этой добычей по головам идти. Может, ты могла бы заглянуть к ним? Убедить их перенести лагерь? Я думала, ты уже в Свободной горе. Ну, после битвы у Меридиана я туда вернулась. Но поняла, что там и без меня все в полном порядке. Услышала о восстановлении света пустоши. Решила, что могу пригодиться. Так тут и зависла. Ты ж всегда можешь уйти. И вернуться на восток? Не, я горячую кузню не бросаю. К тому же, кто-то должен смотреть, чтобы рабочие не бездельничали. Что еще расскажешь о беженцах Кархатьмы? Ну, например, то, что они не зовут себя Кархатьмы. По крайней мере, теперь. Просто очередные солнцепоклонники. Но хотя они и помешались на солнце, они абсолютно мирные люди. Похоже, им нужно лишь место, где можно жить, и молиться, и немного пищи, чтобы не голодать. Значит, они просто разбили лагерь и перекрыли проход к обломкам буревестника в ожидании чего именно? Понятия не имею, но скажу одно. Если сообразят разобрать обломки, сердце буревестника дорогое. По законам Азирам, добыча принадлежит нашедшему. Но Толан-деляга вряд ли когда-либо терял сон, нарушив закон. Кто такой этот Толан-деляга? Да один поганый ростовщик. Он держит лавку в городе. Жил в скрежете горы с самого его основания. Он давно знаком с Ульвандом. Они с ним словно два полена в костре. Так он работает на Ульвунда? Ха! Может быть, Ульвунд так и считает, но Толанд всегда себе на уме. И он не из тех, кто позволит кучке беженцев помешать ему заполучить обломки буревестника. Что касается Ульвунда? А здесь все касается Ульвунда. Как он стал тут главным? Приперся раньше всех, словно белка, унюхавшая орех. Он знал, что в свете пустоши понадобится камень и дерево. Так что собрал все средства со всех денежных мешков в источнике, чтобы заявить права на все мало-мальски ценное в преграде. Только все банкиры знают, что это земля Карха, и Король Солнца в любой момент может оспорить их права. Поэтому ему нужно, чтобы наместник подписал закон об уступках. Те сикачи в преграде. Ты свинья! Жуткие твари эти сикачи. Однажды они объявились и стали буйствовать по всей долине, словно пламя в кузне. Много людей погибло. Но слава мехам, ты с ними разобралась, и теперь здесь все налаживается. Это помешало планам Ульвунда. Вот был бы способ заодно разобраться с Ульвундом и вышвырнуть его из города. Но чем сикачи в преграде полезны Ульвунду? Три слова. Закон об уступках. Раз никто не знает, откуда явились сикачи, Ульвунд решил обвинить во всем Карха. Он надеется разбередить старые раны, чтобы устроить забастовку, пока закон не будет подписан. Это просто очередная попытка. Он пытается подбить рабочих на бунт с того дня, как явился в город. Кстати, думаю, сикачи пришли из старой шахты Ульвунда. О, это искра, которая может разжечь пламя. Доказать можешь? Пока еще нет. Клянусь кузней. Как что узнаешь, сразу расскажи. Этот закон об уступках, что это такое? И чем он поможет Ульвунду? Куча дерьма это, вот что. Закон, передающий притязания Азирам в преграде в их же ведении, хотя это земля Карха. А значит, любые притязания на руду, камень и древесину не смогут быть оспорены Кархом. Вкладчиков в жили больше не будут сдерживать риски, и они смогут пустить осколки на расширение своего дела. А раз Ульвунд уже застолбил за собой все прибыльные места, это сделает его богаче падальщика на свалке. Не говоря уже о том, что скрежет горы отойдет Азирам, и он купит достаточно голосов, чтобы стать старейшиной.
Хитрый старый барсук, с этим не поспоришь. Думает, что если будет продолжать давить, наместник подпишет закон. Если буду в тех местах, поговорю с беженцами. Попробую убедить их переехать. Было бы здорово. Им и так непросто. А Толланд сделает еще хуже. Петра сказала, у Толланда лавка в Скрежете горы. Стоит сперва с ним поболтать. Да я того и гляди, прости, я сейчас подойду. Я не говорю, что это плохая идея, я говорю, что это перебор. Это оружие, чтобы убивать. Ну не отрывать руку, что его держит! Все, ладно, хватит. Так о чем мы? Да. Так, ты похожа на ту, кому постоянно требуется новое оружие. Я права? Вообще-то я... Что? Можешь перестать? Я с клиентом! Я не клиент. Я поняла! Втрое больше пороха, и бегун улетит в небеса. Бу-бум! Раз и готово. Гарантирую. А может и клиент? Тогда ты в нужном месте в нужное время, рыжая. Ты не хотела бы стать гордой владелицей первого в мире машинизированного... Взрывного, разносящего машины с первого раза? Но безопасного гарпуномета. А вы из здешних мест? Не, из Жилы. Отец отправил нас на запад в поисках какой-то возможности. Сказал, увидим, поймем. Похоже, ты хотела другого. Ну, открытие еще одной торговой точки для родителей совсем не то, чем я хотела бы прославиться. Здорово, наверное, путешествовать в одиночку. Она твоя подруга? Моя ученица. И сестра. Мы здесь из-за нее. Произошел инцидент. Еще один. Связанный со взрывчаткой? Бу-бум! И отцовской пивоварней. Он нас выслал на следующий день. Ха. Расскажи побольше об этом вашем оружии. В детстве я увидела один свиток ученого Карха, шедшего на запад. Там был нарисован страшный воин Тенак, он охотился с каким-то гарпунометом. Эффективно? Да. Просто? Несомненно. А придя сюда, я вспомнила о нем. И теперь стою на пороге значительного улучшения этого архаичного оружия. А я его усовершенствую. При помощи деталей машин я могу усилить бросок, увеличить скорость снаряда. А Бумка уверена, что намного эффективнее улучшать снаряды. Разрывными наконечниками. Хлопушками. А совместить? Это может сработать. Но есть проблемка. Мне нужны детали для рабочей модели. Для начала нужны... Рога Лентарога. Целые. Да, точно. Только обязательно отстрели их до того, как машина упадет, а то они и сломаются. Но настоящее новшество, и о нем помалкивай, ребро гребнерога. К востоку есть один злюка. Разнеси его на клочки. Бумка! Принесешь их, оружие твое, бесплатно. Договорились. Я буду двигаться быстрее, если найду себе Лентарога.
тоже нужны рога. Придется помочь. Жив. О! Намного лучше. Надо найти отстрелянные рога. Визор должен показать мне, где они. Я думаю, рогов Дели и Бумки хватит. Еще они говорили принести ребро Гребнерога. Оставлю при себе.
громко сказала, гребнерок где-то рядом. Огонь тут не пойдет, нужно что-нибудь другое. Надо завалить его и вытащить ребро. За обещанным оружием. Знакомый взгляд. Все детали у тебя ведь, так? Вот, держи. Отлично! Всего пара минут, и я закончу прототип. Мне, пожалуйста, тот, который не оторвет мне руки. Привет. А ты взрывала машины, чтобы набрать детали? Или бандитов? А тебе и правда нравятся взрывы, да? Готово. С хлопушками? А как же. А, это безопасно? Наверное. А мне можно? Нет. Ну? Мы сделаем тебе кое-что получше. Бу-бум! Я думала, не увидимся уже. Ну что? Не взрываются. Хорошенько разведать долину. Что ты такое несешь? У нас и так есть-то. Если считать несколько загогулин на клочке бумаги, да. Ладно, излагай. Вовремя сигнал прозвучал.
Повезет. Это то, с чем ты живешь.